Перед вами Диффенбахия. Красивая, правда? Но не надо его часто трогать, это все-таки ядовитое растение. В одном из фильмов мы лечили эту Диффенбахию. Здесь был гнилой очаг, очень сильно загнило это растение. Сейчас вы видите, оно все сухое. Мы его здесь обработали древесным углем, нет, активированным углем, даже можно еще немножко. И растение живет, и живет довольно хорошо, потому что дало побеги снизу. Ну, вот этот я бы, конечно, убрала, но не я хозяйка этого растения, поэтому посоветую убрать. А вообще, вы видите, что растение себя чувствует хорошо. Пошел новый росток. Вот он, красавчик. И там наверху есть, на макушечке. Видите, вот идет рост. Так что растение мы практически спасли. И теперь оно будет развиваться спокойно. И теперь оно будет расти и радовать нас своим внешним видом.